меня зовут Пузи, и со мной сегодня Робзи. Всем привет, друзья! И сегодня мы вместе с Робзи поиграем в прятки, но необычные. Это у нас прятки по цветам в Роблоксе. Ты как себе это представляешь? Ты играл уже? Я ни разу не играл. Вот сейчас ты мне как раз расскажешь, что это вообще такое. А я, думаешь, играл, я первый раз зашел в эту игру. А ты у меня что тогда спрашиваешь, а, если ты тоже первый раз? Они выбрали инфект, моды, классик, моды. Не знаю, инфект мод, насколько я понял, это у нас зомби. Два сикера или один сикер? Два сикера, почему они все голосуют за двух искателей? Да почему я хочу один сикер? Я знаю, как сделать. Я кстати, тоже проголосовал за двух искателей, поэтому ладно. Прикинь, мы сейчас будем сикерами. Так. И ты сейчас будешь вторым сикером, а? Где? Вот это я сейчас угарну, если ты будешь вторым сикером. Сразу так, сходу. Хауюль и Канапика. Ты аккуратнее с такими словами, а? Так, Банбан или Китчен? Что убираем? Банбан, конечно же. Давай, Гартен, но Банбан, конечно же. Это классика, ребята. Ну, уже классика. Как бы этой игре несколько месяцев сейчас тренды меняются, поэтому это уже классика. Вам нужно прятаться рядом. Что, простите? Да. Спрятать цвет поблизости. А какой цвет? Через 25 секунд узнаем или что? Стоп, как? Смотри, ты меня видишь? Посмотри, иди сюда. Ну так, да, с конца вижу. Ты просто ишь на шарике. Спрятался. А куда прятаться нужно? А я не понимаю, куда мне тоже прятаться? Где я найду черный цвет? О, ты стал зеленым. Подожди, ты стал зеленым. А, это не мой цвет. А, блин, мне нужно было темно-зеленый. Да, мне тоже нужен темно-зеленый. Я вижу, где? Я вижу. Меня нашли. Все. Что? Я бегу за тобой. Что? Ты от меня не убежишь. Нет, я спрятался. Где? Куда ты пропал? Я спрятался. Ты меня не видишь. О, поймал. Да блин, я не успел. Какого фига? Ну ладно. Это всего лишь тренировка, Робзи. Так что не переживай. Все, я понял. Короче, ты понял фишку? То есть, вначале нам цвет блокируют. Мы должны угадать. Либо спрятался через 30 секунд. О, я кого-то вижу. Иди сюда. Но я сразу угадал темно-синий. То есть, буквально там секунд через 20. Ну, я шел по этой горке, и мне показалось темно-синий. Хотя нет, вначале был лайм. Я спрятался на нужный цвет. Ты меня видел? Нет, ты просто исчез. Ты стал невидимкой для меня. А как ты бегал за мной? Так я знал, что ты находишься там. Ты как бы не упрыгал дальше. Дедукция, брат, дедукция. Я думал, что ты, короче, такой от меня отвяжешься, а ты такой за мной бегаешь. Опа, бегаешь, опа, бегаешь, так, бегаешь. Я нашел челика. Я нашел челика. Опа, поймал. Я вижу нуба одного. Я за ним бегу за нубом. Я делаю вид, что не заметил челика. А-а-а! Давай! Догоняй его! Опа! Поймали его! Нифига! Нет, не поймали. А где он делся? Он от нас убежал под стол. Давай его вместе, план капкан, короче. С двух сторон его обходим. Ты видишь его? Жди меня снизу. А, все, я снизу. А, все, поймал. А что он здесь сидит? Он ищущий. Эй, дурик, вылазь, жаба. Он думает, что он играет в прятки. Он думает, что его еще никто не нашел. Он не умеет читать такой. Может быть, что-то в трубе есть? Кто это вообще такой? Знаешь, я сейчас забежал в трубу. Знаешь, какой звук в трубе там? Ау! С трубы выходите, пожалуйста. Я нашел. Слушай, а можно легко игроков выманить из этой трубы? Знаешь, как в горн, как викинг, просто подут туда, и они сразу вылетят с другой стороны. Рассказывай, челик только что стоял просто, уперся в зеленый шарик и был зеленым, и думает, его не видно. О, вот по центру бегает, по центру, видишь? Я вижу, девчонка, вон, она на джампа Джошу залезла. Давай. Там целых два игрока. А, нет. Она последняя, судя по всему, осталась. План капкан. Давай. Стоямочка. О, поймал ее. А как найти вообще их, подожди. А, вот, на блоках стоит, вот здесь. На фиолетовом цвете. Я не вижу. Лови нафиг его. А я не понимаю, где? Только что была здесь. А есть здесь за робоксы читы какие-то? Подождите, дайте мне просветку. Давай-ка я открою магазин. Но здесь можно купить только коины, к сожалению. Да блин, это неинтересно, мне нужна просветка. Вот! Стой! Ай-яй-яй, прикинь, это был последний игрок. А, нет, их два осталось. Ну мы могли поймать предпоследнего. Так, смотри, ну что, будем голосовать за одного человека или за опять вот это вот, как оно называется? Я знаю, что ты сейчас делаешь. Я тоже собираюсь это сделать. Битва донатеров возвращается. Давай так, давай ты задонатишь. Оставляем это право за тобой. У меня мало робукса, у меня 2 ляма всего лишь. 2 ляма робукса всего лишь? Знаешь, сколько у меня осталось? У меня осталось где-то 380 тысяч. Ладно, давай я проголосую за классический мод. Ну давай. А я проголосую. А, там и так голосую. А, ну да, там и так голосов больше. Не трать вот это вот, да, вот это богатство.
мечи вот эти всякие. Так, давай двух сикеров. Не-не, давай двух сикеров. Я голосую за двух сикеров. Давай, я покупаю. Да там и так шесть. Выберите одного сикера. Серьезно? Как-то нет, а сейчас должен второй выбраться. Уверен? А, да. Да, все нормально. Все, ты можешь, кстати, здесь купить себе шанс на то, чтобы быть искателем. Но, по-моему, намного круче прятаться, нежели искать. 5% за 15 робоксов? Ну, давай кичен. Ты задонатил? Да. Блин, я тоже задонатил. Мне показывают, на какой цвет, прикинь. Мне тоже сразу, у меня сиреневый. А у меня синий. Я знаю, куда я пойду, на полочку соберусь. Но мне фиг, кто там найдет, честно скажу. Вообще фиг, кто меня там найдет. Я видел хоть один синий цвет? Ну вот, швабра стоит. Нет, она не синяя. Можешь на полу спрятаться, самое незаметное место. Блин, 7 секунд, пожалуйста. О, нашел. Я спрятался. Я хамелеон. Это все сила Спарки, дружище. Я на вазе спрятался, который возле холодильника, если видишь. А я могу за тобой следить. Нифига ты на кувшин залез. О, я тоже могу за тобой следить, судя по всему. Пози, а что ты воняешь? А ты что воняешь? Ты что, напердел, что ли? Я просто... У тебя персонаж дымится зеленым. Так у тебя тоже. А у меня почему? Я не знаю. Это заражающий пердежный вирус. Да. А, кстати, мне кажется, или у нас что-то нечестно было, что мы видели, куда спрятаться сразу можно было. А может быть, это из-за того, что мы с тобой донатер? Донатеры рулят. Просто есть такая вероятность. Ой-ой-ой, спрятаться поблизости. У меня показывают теперь желтый, а у тебя какой цвет? Он меняется? Да, здесь меняется цвет. Так, ладно, я быстро бегу. Надеюсь, меня сейчас никто не заметит здесь. Все, каждые 30 секунд меняется цвет. Желтый, блин, нет. Ты прикинь, сикер прямо возле меня появился. Все, я нашел. Ты от него успел убежать? Я, короче, в мусорку залез. Ты стоишь на каких-то пакетах, непонятно. Я не знаю, мусорные пакеты какие. Но обычно это под раковиной, знаешь, мусорка всегда есть. Под я просто думал, что мусорка. Это мусорка. У меня мусорка стоит отдельно. Ну, у всех по-разному, как бы, такое. Так, 3 секунды. 3, 2, 1. А, у тебя... Опа! У нас все, еще я меняю в разному цвет. Времени? Да, по-разному. Какой? Кетчуп. Давай. У меня красный. Красный тяжело было найти. Вижу кубик. Бегу. Ой, за тобой сикер бежит. А, беги! Прям за тебя. Нет, я не спрятался. Гребаная кота. Она тебя заметила, скорее всего. Все, я спрятался. Так, ладно. Тихо. Не двигайся. А ты где? Я она спрятался меня видит? На банке кетчупа. Она прям рядом со мной, смотри, я себя вижу. А я не могу, у меня свет сейчас переключается, поэтому бирюзовый цвет. Бирюзовый? Здесь где я найду бирюзовый? Здесь нет бирюзового. Где я его найду? Я нашел зеленый. Где? Я спрятался. А, ты за шкафчиком спрятался, нифига ты хитрый. Она прям рядом со мной была, она заметила меня. Чувак. Так. Я еще не нашел цвет, я просто бегаю здесь. Она ко мне бежит. Она рядом со мной. Она бежит за мной. Нет, пожалуйста, 40 секунд. Радужный цвет. А у тебя такой же цвет, как у меня. Ты спрятался? Она тебя видит. Да нет! Поймала! Ладно, я хочу с тобой понаблюдать. Как ты это делаешь? Я не понимаю, как ты это делаешь? А вот здесь, короче, на столе рядом все цвета радуги были. Смотри, она тебя завесила, смотри. Она прям здесь. Нет, пожалуйста. Сейчас она тебя заметит. Пошла вон. А у меня цвет меняется через 17 секунд, а карта закончится через 9. Ты победил уже 100%. Изи. Все, я, в принципе, могу выходить, да? Все, попробуй найти меня. Ну, басики! Давай, устрой догонялки. 2 выживших, блин, капец, чувак, мне, наверное, стоило не двигаться. Тебе не хватило буквально секунд, мне кажется, 5. Нет, куда каких секунд 5? Секунд 40. 40, да? Ну, ладно. Да. 40. 2 сикера интереснее, да? Так сложнее получается. Да, когда один сикер бегает, как-то поскучнее. И инфекционный режим, наверное, стоит все-таки включить, потому что там сразу много человек ищет, и у тебя как бы сложнее, это уровень хардкор становится. Мы инфекционный берем сразу? А, ну да, давай. А у меня вообще все залагало. Все, я купил. Без разницы. Инфект мод. А все, у меня вообще просто никто не проголосовал. У меня два тоже, сикера. Кстати. Давай, 2 сикера. Ты купил за донат тоже? Да, покупаю. А ну ты это богатый, давай вот это покупай. Да у тебя 2 миллиона робоксов, а не у меня. У меня там осталось 300 тысяч. Давай, у кого больше робоксов, тот и донатит. Вот это сейчас будет забавно. Давай ты. Да ладно, вдвоем что ли? Как такое произошло? Мы же с тобой донатили. А ты подожди, а ты покупал все шансы? Нет, я не покупал шансов. А у меня было 11%. Школу выбрали. Все, мы играем на школе. Все, следим. А мы можем сразу смотреть, где они прячутся. Да. Стоп, а почему они не сделали ослепление? Это же странно, да? Ты можешь просто сидеть, наблюдать. Ну, мы сейчас смотрим, куда они бегут. Так, на парту побежали чуваки. Тут один чувак вот залипает на какой-то палочке. Ну, вон там на столе какие-то колбы. Так, я
комнату побежал, а ты беги к столику. Я бегу. Чувак тут пошел телевизор смотреть. На белом цвете? А нет, по стулу, судя всему. Я чувака нашел. Какой цвет-то, елки-палки. Я не могу найти, ты прикинь? Все, я нашел пацана. Все, я завонял его. О, нашел. Делаю вид, что я не заметил. Апа! Да, поймал! Прям за колбы стоял. А что с ним случилось, смеялся, когда ты его поймал? Он вонять начинает? Да, он тоже начинает вонять. Это же инфект-мод. О, там девчонка стоит. Тихо-тихо-тихо. Да, я вижу. Я делаю, она думает, что ее не видно. Давай ее хватаю. Она же заблудилась. Подожди! Вот здесь! Еще один был человек. Делай вид, что ты не видишь. Давай! Вот здесь! Лови! Лови! Вот тут на книжках где-то. На книжках. Блин, я не нашел. Может быть, она переместилась уже? Вон он, вон, внизу! Давай, загоняй! Загоняй гадину! Все, я поймаю. Да, все, поймал, да, наконец-то, боже мой, никуда не уйдешь. А сколько человек еще осталось? Вот, бежит на столе сверху. Да, по столешнице бегает. Там два игрока, нет, это вонючий. Все. Это вонючий план перехват. Игрок, к сожалению. Это я его завонял, он почему-то невидимый. Стой, подожди, куда ты бежишь в шапке бомжатской своей? Стой! Давай, я помогу! Да все, я уже уперся! Так, всех поймали мы или нет? Нет, только еще кто-то остался, судя по всему. Я вижу, вон на желтой книжке, вон! Да! Давай, быстрее! Ой, молодца! Хорош! Робзи, привет, ура, я в видосе... Нет, ты не в видосе. Мы не записываем. Пытайся поиграть. Обломал, как говорится. Так. А где мы с тобой не были? Я не знаю, ну мы уже, походу, везде были. А, ну мы вот на этих дальних штуках не были. На вот этих вот, где цветочек, вот здесь, с этой стороны. Ты смотри в оба, сейчас у них будет смена цвета, и нужно будет успеть. Я сейчас глаза выпущил. Я тоже растопырил, насколько только могу. Только не тушься, пожалуйста. А то будешь рвать. Блин, вижу. Девчонка внизу бежит. Загоняйте ее. Прям на меня бежит. Давай, с двух сторон. Ольга, стоять. Где она? Она испарилась, она на радуге. Ломайте ее, 16 секунд. А как она исчезла? Я ее не вижу вообще. Мы же уже везде были. Что за фигня? Она просто телепортировалась. Куда? Я не знаю. Она была здесь. Что? Трое. Как? Это читы. Это нечестно. Думаешь, это читы, да? Это магия какая-то. Так, все, я хочу прятаться. Стой, а может быть здесь есть какие-то способности? Я трейлы себе не хочу, они будут, мне кажется, меня выдавать наоборот. Да. Трейлы будут выдавать. Здесь нет способностей. Здесь просто способность задонать 2000 робоксов. Хочешь? И получишь щелбан. Ничего не получишь. Че, давай, опять инфект мод. А, ну, короче, они там и так выбрали. Ты задонатил? Нет, я ничего не покупал. А может быть, там всего лишь один раз нужно покупать, и все? Давай, два сикера. Вот смотри, я один раз кликнул, и все. Два сикера сразу выбралось. А ну, потому что они такие, пози нажал, все, значит, все, короче. Нет, ты понял? У них донат забагованный. Ты один раз покупаешь, и все. Так, Ольга. Нас будет искать читер. Сейчас опять ты будешь. Я буду очень рад. Вряд ли, 2%. Ну, у меня тоже 2%. Ну, все, погнали. А что за карта? Давай, может, опять бан-бан? Можно бан-бан или можно кичен. Мне кухня и бан-бан понравилось. Ну, давай бан-бан сыграем, давай бан-бан. О, у меня сразу цвет показывает. О, так я могу встать здесь и все. А, нет, на земле нельзя прикасаться к цвету, понял? Я, походу, в цветах не разбираюсь, потому что я не понимаю, что у меня за цвет. Это же точно такой же. Это проблема. Все, я спрятался. Это проблема. А ты где? Я вижу тебя. Ты вон там, вдалеке бегаешь. Ну, у меня какой-то темно-зеленый, но я почему-то не понимаю, где мне его найти? Это кружки, вот кружки. Нет, так горка же такого же цвета, как и тот круг, на котором ты стоишь. А горка не работает, горка не считается. Так что ты сразу не сказал? Там два чувака с инфекцией. А, мы еще в инфекцию играем? Блин, у меня цвет поменялся. Какого фига? А у меня цвет еще не поменял. Блин, здесь много этих челиков. Что за фигня? Какие? Они уже всех перезаражали. Чувак прям рядом со мной стоит. Ози, помоги мне, пожалуйста. Чувак, у меня проблемы. Я не могу спуститься с горки, потому что их здесь очень много повсюду. А я стою на открытой местности. У меня цвет не меняется. Это шутка какая-то, блин. У меня не меняется цвет. Что делать? Блин, у меня поменялся зато цвет. Меня не меняют сейчас. Меня не меняется, прикинь, просто Ози, не помоги, меняется. Помоги, спаси мне, пожалуйста. Я, да. Все, 30 секунд. А, тебе нужно обязательно найти свой цвет, и только тогда он будет переключаться дальше, ты понял? А, да, я не знал. Я сейчас как дурачок бегал по этой горке секунд 30. Ози, братишка, прикинь, вокруг меня бегает штук 5 этих чертов. Я, походу, встал на самом непримечательном месте. А ты в горке, что ли, стоишь там? Нет, какой горке? Я встал где-то на каком-то шарике возле курки.
любовь. Я не ищу, что ты там не рассказываешь. Возле тебя там чувак с инфекцией. А, желтый! Желтый. Так, никто не запалит. Все. А что не сливается с этими кольцами? Только на шариках можно стоять. Да это отстой какой-то, чувак, мне это не нравится. Я уже минуту просто бегаю, в спидран какой-то играю. Что за отстой? Так, ладно, я буду бегать за коробками. Пока меня здесь никто не видит, я в безопасности. За какими нафиг коробками? Я тебя вообще не наблюдаю. А, ты в другой конце карты, вон там. Да, ты что думал? Чувак, за мной сейчас бегут. Вот прям за мной. Пожалуйста, не надо. До батутова добежать! Ольга рядом со мной. Ну как? Я не хочу сливаться в очередной раз. Ну что за отстой? Пожалуйста. Оп! Блин, как это тупо. Опять на желтый нужно встать! Меня двое ищут. Блин. Чувак, я до сих пор бегаю! Ты представляешь? Чувак, меня трое ищут. Возле меня прям бегают. Помоги, пожалуйста. 30 секунд. Я ухожу. Я побежал, 20 секунд. Пожалуйста, спасите, помогите. Я спрятался. Все, я слился. Блин, она за мной. 3 секунды. Все, 10 секунд мне осталось. Я убежал, пока, до свидания. У меня цвет сменится только секунд через 20. Я тебя вижу. Здорово, вон, видишь меня? Да, привет. А ты тоже воняешь почему-то. Я выжил. А почему ты вонял? От тебя зловоние какое-то истощалось. Я не знаю, почему я вонючий. Я ничего не делал. Извините, пожалуйста, это не я. Слушай, по-моему, это была прикольная катка. Тебе так не кажется? Да, офигенная. Окей, ребята, на этом наш ролик подходит к концу. Большое вам спасибо, что вы досмотрели его до конца. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на наши каналы. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос. Всем пока.